Здравствуйте, в эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Улицы героев в Чебоксарах, в столичных школах стартовала передвижная выставка. 1000 заболевших. В Доме правительства прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Ход посевной и сельская ипотека. В Рио главы Чувашии Олег Николаев обсудил с аграриями республики основные вопросы отрасли. Завтра наша страна будет отмечать поистине великий праздник – День Победы. Только из Чувашии на борьбу с фашизмом отправилось более 208 тысяч человек. С войны не вернулся каждый второй. Прошло 75 лет, но боль не утихает, а память живет в нас, детях и внуках, и должна жить. Необычная экспозиция открылась в Государственном совете республики. В Государственном совете Чувашии состоялось открытие выставки, которая посвящена 75-летию Великой Отечественной войны. На ней представлены фотографии и архивные документы участников войны, родственников депутатов и сотрудников аппарата. В экспозицию входит 10 стендов, которые знакомят с деятельностью Верховного Совета Чувашской АССР в годы войны. Например, архивные документы говорят о том, как собирались средства фонд обороны депутатами и сотрудниками аппарата. Так сохранилось заявление депутата Верховного Совета первого созыва Евгения Одинцова с просьбой о перечислении депутатских средств. Всего за годы войны жители Чувашии на нужды фронта передали свыше 48 миллионов рублей. В большинстве своем средства пошли на строительство боевой техники, самолетов, бронепоездов, танков. И здесь представлена фотография именно такого события, передачи боевого самолета нашему земляку, герою Советского Союза Федоту Никитичу Орлову. А средства на самолет были собраны, переданы колхозникам колхоза «Красный луч» Алаторского района Андреем Михайловичем Сарсковым. На фото председатель Президиума Верховного Совета Чувашии Зоя Андреева. На ее долю выпало немало испытаний, когда приходилось принимать судьбоносные решения. Она оказывала помощь в розыске людей, которых эвакуировали на территорию Чувашии. Поддержала работниц предприятий, чтобы им были выплачены больничные, и они не остались без средств к существованию. Вот еще один интересный документ. Указ Президиума Верховного Совета Чувашской ССР о переносе даты выборов Верховный Совет Чувашской ССР на год. Отсрочка в проведении выборов, как было написано в документе, ввиду обстоятельств военного времени. Но, как мы знаем, следующие выборы состоялись только в феврале 1947 года. Ни для кого не секрет, что на территории Чувашии было сформировано 9 дивизий. Из них прославлены 324-я стрелковая дивизия и 139-я. По документам известно, что чувашская делегация не раз выезжала на фронт к бойцам 324-й стрелковой дивизии, чтобы поддержать боевой дух не только депутатов Верховного Совета Евгения Одинцова и Никанора Семенова, но и всего личного состава. Войну прошли и председатели республиканского парламента Михаил Павлов и Илья Прокопьев. В автобиографиях участники войны умалчивают о своих боевых заслугах. Только документальные свидетельства, выписки из наградных листов дают нам полную информацию об их подвигах. В семье председателя Госсовета Альбины Егоровой орденов и медалей больше вдвойне, потому что прошли войну оба родителя. Мама в 44-м воевала на Белорусском фронте, была зенитчицей. Отца призвали в ряды Красной армии в 42-м году, сразу после окончания 10 класса. У него на фронте был друг из Архангельской области Виктор Пластилин. И помню рассказ своего отца, как друг Виктор его спас после того, как разорвавшаяся мина укрыла его полностью землей, а Виктор был рядом, и он откопал его и спас ему жизнь. И когда я была маленькой, Виктор Пластилин приезжал в гости к нам в Чувашскую землю, и, конечно же, они вспоминали всех тех павших своих друзей. У депутата Сергея Павлова воевали оба деда. Один пропал без вести, второй прошел войну, вернулся, благодаря чему сохранились воспоминания, которыми он успел поделиться с родными и которые невозможно рассказывать без слез. Служил в разведке, подлез к вражеской траншее, закидал гранатами и позволил взять языка. По словам сотрудников аппарата парламента, им пришлось не один день провести в стенах архива, чтобы найти как можно больше данных для экспозиции. Депутаты дали высокую оценку организации выставки с надеждой на ее продолжение и пополнение в последующие годы. Анжелика Григорьева, Валерий Резюков, Республика. В Канашском районе временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев посетил Парк Победы в селе Шихазаны. Он возложил цветы к памятнику воинам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны.
Благоустройство парка началось еще в прошлом году. Открытие после реконструкции приурочено к 75-летию Победы. Работы велись на средства федерального проекта формирования комфортной городской среды, а также в рамках программы инициативного бюджетирования. Я очень надеюсь, что вот канашцы, люди Канашского района, я уверен, сюда будут приезжать люди, которые проживают в разных городах Российской Федерации, потому что очевидно, что они разъехались на сегодняшний день по всей территории, будут с удовольствием сюда приходить и проводить время, вспоминая своих предков, ну и, конечно же, не только их, но и те события. Памятные подарки ветеранам в честь 75-й годовщины Победы доставляют прямо домой. За несколько дней до праздника сотрудники Организации социального обслуживания населения республики приходят к участникам войны в гости. Здравствуйте, Валентин Яковлевич! Мы вас сердечно поздравляем с наступающим праздником, 75-летием Великой Победы. И этот сертификат на получение вам 25 тысяч рублей. А вот подарок. Вот такие подарочные наборы вручают ветеранам. В них теплый плед, книга о Великой Отечественной войне, сладости и поздравительная открытка. Вместе с подарком наши дорогие участники войны будут получать именные поздравления от Олега Николаева. Также по его решению в честь 75-летия Победы инвалидам и участникам войны, жителям блокадного Ленинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей произведена единовременная выплата в размере 25 тысяч рублей. Ветераны принимают очень сердечно и радушно, встречают, очень рады, потому что вот во время самоизоляции, наверное, все-таки скучно сидеть дома, да, и не у всех есть близкие, которые рядом. Вот, подолгу разговаривают, мы, конечно, стараемся держать дистанцию и долго их как бы в подъездах не держать. Вот, но, тем не менее, стараемся делать все оперативно, быстро, но душевно и сердечно. Всего в республике проживает 491 фронтовик. За три дня каждого поздравят и вручат подарочные наборы. Юлия Важенина, Михаил Солин, Республика. Волонтеры всероссийского проекта «Вам, родные» вместе с представителями республиканских и городских органов власти тоже поздравили участников Великой Отечественной войны. Поздравляем сердечно с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Анне Ивановне 97 лет. В 1942 году ее, как лучшую комсомолку, призвали в армию. Вчерашняя школьница военную подготовку прошла в Сормово, а потом попала на Северо-Кавказский фронт. Всю войну прослужила радистом-разведчиком в секретных войсках. День Победы встретила в Австрии. Каждый год Анна Ивановна ждет 9 мая с особым трепетом. И при виде волонтеров растрогана настолько, что с трудом подбирает слова. Я очень благодарна, что нас не забывают. Очень-очень благодарна и очень большое вам спасибо за все. Не может сдержать слезы Акрепина Алексеевна. В ноябре 1942 года ее забрали в Москву, 18-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Два месяца учились оказывать медицинскую помощь, стрелять из винтовки, собирать и разбирать оружие. Едва закончилось обучение, марш-броском преодолели 120 километров до Курской дуги. Это сражение, которое после назовут переломным событием всей войны, Агриппина Алексеевна помнит до сих пор. Сегодня ее телефон не умолкает, а у порога постоянно гости. И вчера приходили, и позавчера приходили, да целую неделю приходили, и звонят. Всего в столице более 100 участников боевых действий 1941-1945 года. Каждый из них получит поздравления, цветы и специальный продуктовый набор. Эта акция проводится при поддержке временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Олега Алексеевича Николаева. И сегодня начали, и до конца дня будут развезены абсолютно все продуктовые наборы всем участникам Великой Отечественной войны по городу Чебоксары. Валерия Друженец, Андрей Шоклев, Республика. Еще в начале весны в столице республики стартовал проект «Улицы героев» в Чебоксарах. В школах города в его рамках стартовала передвижная выставка, посвященная памяти наших героев. Первой точкой, где развернулась экспозиция, стал Чебоксарский хлебозавод номер 2. Одну, по-моему, девочку садила.
Это утро для сотрудников Чебоксарского хлебозавода номер 2 оказалось насыщенным красками. Для тех, кто хоть на мгновение задержался у детских работ, время остановилось. По словам Ирины Комаровой, это не просто рисунки. Это глубокие размышления о том, что никогда не должно повториться. Мы с утра пробежали мимо, но в обед пришли смотреть специально. Дух патриотизма, родители стараются передать все вот это наследие детям. И они смогли это изобразить, вот трогает души. И мы будем думать, что многие другие люди, куда повезут выставки, тоже посмотрят и порадуются за всех. Выставка передвижная, а это значит, с экспозицией смогут ознакомиться и другие коллективы города. Планируется охватить около 50 предприятий. История жива, наши дети помнят и чтят наших людей, наших стариков, наших, вот кто воевал, очень горды за нашу республику. Проект поддержал благотворительный фонд «Возрождение», в рамках которого в марте в школах города ребята ставили театральные сценки на военную тематику. Все участники этих мероприятий получили буклет с тематическими иллюстрациями «Улица героев в Чебоксарах». Своеобразную летопись тех событий теперь пишут они сами. Благодаря управлению образования, то, что они очень поощряли и способствовали различным мероприятиям, и марафон открытых эфиров, и постоянное взаимодействие с коллективом, получается, учителей и учащихся в школах в процессе онлайна, конечно, это вдохновлялось, это давалось больше возможностей детям рисовать во время как раз пандемии для того, чтобы немножко отвлечься от этих процессов и в то же самое время поинтересоваться историей своего рода. Всего в фестивале рисунков приняли участие более 25 тысяч школьников. Авторов лучших работ ждет награда. Поездка в музей на Поклонной горе в Москве. Разумеется, как только снимут коронавирусные ограничения. Часть рисунков школьников превратится в праздничные открытки. А пока ознакомиться с творчеством юных художников можно виртуально. Выставка запущена в соцсетях. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика. Жители Чувашии украшают свои окна символами Великой Победы. Георгиевские ленты, красные звезды или слова благодарности. У каждой композиции непременно своя история. Берем красный цвет, рисуем огонь. Возложить цветы к вечному огню в этом году по семейной традиции не удастся. Поэтому яркие краски пламени заиграли на окне, а над ними летят журавли. Что обозначают журавли и голуби? Ну, голуби – это, получается, символ мира. А журавли, я подразумеваю, что это души тех погибших воинов, солдат, офицеров. Три журавля здесь мы как бы показали то, что с нашей семьи ушло три человека на войну. Ну, получается, как бы со стороны жены и с моей стороны тоже. Родители заложили смысл в композицию, а воплощать ее на холсте окне взялась старшая дочь Маленковых – Катя. Тюльпаны дорисовываешь? Там что тебе не понравилось-то? Видишь, пустое место осталось. А, ну да. Я учусь в художественной школе, так как у нас уроки не работают. Я хотела проявить свой талант и сделала красивые окна. К акции «Окна Победы» присоединяются в разных уголках страны. Люди украшают окна квартир и домов, а потом выкладывают фотографии в социальных сетях. Под хэштегом «Окна Победы» уже десятки тысяч снимков. И с каждым днем их все больше. На окнах размещают и плакаты, и фотографии родственников фронтовиков. К акции присоединяются больницы, школы. Принять участие может каждый. Все, что для этого нужно – кисти, краски, трафареты из бумаги или стикеры. Это зависит от фантазии. Кстати, на официальном сайте акции «Года памяти и славы» есть рекомендации и трафареты. Оформив окно, мы не просто разукрашиваем серые будни. Мы отдаем дань тем, кто когда-то защитил нашу родину. Ирина Волкова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Роман Емелин. Республика. В школах Чувашии прошел урок Победы. Вспоминали о том, как жила республика в годы Великой Отечественной войны, какой вклад внесли наши земляки в разгром фашизма. Но главное, о чем не должен забывать ни один человек в нашей стране. Героизм бойцов из Чувашии не раз отмечен высокими наградами. 54 тысячи человек награждены боевыми орденами и медалями. Звание Героя СССР удостоено 93 наших воина. Об этом и о многом другом школьники узнали на уроке Победы.
Я очень горда нашим чувашским народом. Я не знала то, что у нас было две стрелковые дивизии. И вот это вот действительно новая информация. Я о ней узнала и на уроке, и в интернете. Я смотрела, мне действительно было интересно узнать что-то новое. И ребята, и учителя уже привыкли к дистанционному формату проведения занятий. Они разработали конспект уроков и презентационный материал. Но главное, ученикам тоже есть что рассказать. Я поняла тот бесценный вклад жителей Чувашской АССР в Великую Отечественную войну. Я увидела эти ужасные числа. Тема Великой Отечественной войны – это всегда очень значимо, очень важно для нас. С 5 класса по 9 мы ни разу не изучали темы по программе. Конечно, мы их поднимаем, потому что и классные часы посвящаем, и тема когда ближе к нашим вот таким знаменательным датам. Говорили на уроке и о том, что за успехи в сельском хозяйстве Чувашии в военные годы дважды удостаивалась переходящего Красного Знамени и премии. При этом надо учесть, что достичь таких высоких результатов республике удалось только благодаря непоколебимому упорству и трудолюбию жителей. Повсеместно отсутствовала техника, и, к примеру, в 1942 году 90% зерновых Чувашии убрали вручную. Мы по трем темам предлагаем нашим школьникам с 1 по 11 класса окунуться во времена 40-х годов, так скажем, приобщиться к празднику 9 мая. Это уроженцы Чувашии в годы Великой Отечественной войны, Чебоксары. Ну и, наконец, самая актуальная тема для этого года, так как мы празднуем 100-летие Чувашской республики, это Чувашия в годы Великой Отечественной войны. Потому что мы знаем, что, несмотря на то, что республика была тыловым регионом, здесь проходило очень много серьезных мероприятий. Примером трудового героизма служит и строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, когда жители Чувашии за 14 зимних недель вырыли 380 километров противотанковых рвов с зотами и укрепсооружениями. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Количество зараженных коронавирусом в Чувашии превысило 1000. На 8 мая, по данным сайта stopcoronavirus.rf, 1018 случаев, из которых 68 за последние сутки. 175 человек выздоровели, летальных исходов по-прежнему 8. В Канаше вахтовым методом работает дополнительная бригада скорой медицинской помощи. 6 мая завершилась первая смена. 4 медика и 2 водителя работали посменно 8 суток. Специализированная бригада оказывает помощь жителям Канашского, Урмарского и Янтиковского районов. За эти 8 дней бригада выполнила 37 выездов к пациентам с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19. И сегодня прошло заседание оперативного штаба по противодействию коронавируса. В Доме правительства обсудили эту тему. Большая часть зараженных COVID-19 в районах в Ядринском. Там инфицированы 78 человек, что в 4 раза выше, чем в среднем по республике. 32 из них отслеживают по геолокации через смартфон. Из 32 за эти выходные 26 нарушили режим. Это очень большой показатель. Всего в Ядринском районе за это время работала одна мобильная группа. Количество выписанных протоколов об административных нарушениях 0, количество выписанных актов 0, и была проведена разъяснительная работа по отчетам района, коснулась 150 человек. Олег Николаев призвал строже контролировать соблюдение режима самоизоляции и ношения масок. На сегодня республика обеспечена средствами индивидуальной защиты и лекарствами на 2 месяца. Поставки продолжаются. Достаточно и специального оборудования для лечения коронавирусных больных. На сегодня, значит, буквально на днях поступили еще 10 новых аппаратов по линии Минпромторга. 10 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Они уже распределены и работают на базе больниц скорой медицинской помощи. Буквально на днях еще ожидаем поступления еще 20 единиц аппаратов искусственной вентиляции легких. Врачи круглосуточно следят за состоянием пациентов. К счастью, число выздоровевших увеличивается. Чтобы удержать положительную динамику, власти еще раз напоминают, в период праздников необходимо соблюдать меры безопасности, избегать контактов и, по возможности, оставаться дома. Уважаемый глава администрации, акцентирую внимание очень жестко на следующей ситуации. Если у кого-то запланировано какие-то мероприятия к 9 мая, которые предусматривают либо скопление какого-то количества народа, либо возможность провоцирования, я бы так выразился, скопления вот так вот абсолютно несанкционированного количества населения, требование отменить, прямо вот немедленно отменить.
Межмуниципальные перевозки не прекратятся. Правда, из-за большого числа заразившихся в Ядринском и Янтиковском районах движение автобусов там могут приостановить. Остальные же перевозчики обязаны получить электронный пропуск. 9 по 11 мая Министерство транспорта Чувашии планирует организовать работу с перевозчиками по обеспечению выпуска автобусов по маршруту по расписанию будних дней с учетом соблюдения вместимости транспортного средства загрузкой пассажиров не более 50% и с увеличением количества автобусов согласно реестру межмуниципальных маршрутов. Весеннему призыву быть. На заседание комиссии военкоматы призывников начнут вызывать с 12 мая. Отправка войска со сборного пункта намечена на 20 мая. Всего в армию пойдут около 1300 жителей региона. Все призванные и направленные войска граждане должны пройти тестирование на отсутствие заражения коронавирусной инфекцией и недопущение заноса данной инфекции во все органы военного управления, в том числе военный комиссариат. Я хочу доложить о том, что взаимодействие со всеми заинтересованными структурами, органами и организациями в данных вопросах установлены, критических каких-то проблем не существует. Сейчас готовится план постепенного снятия ограничений после 11 мая. Будут учитываться три главных показателя – прирост новых случаев заболевания, наличие койко-мест в больницах и охват тестирования граждан. Рифат Фаткулин, Андрей Спиридонов, Республика. В районах Чувашии продолжается посевная. Особенности текущей кампании, задачи на будущее, вопросы господдержки отрасли. В РИО главы Чувашии Олег Николаев обсудил с аграриями во время рабочей поездки по районам. Общий посевной сейчас, в этом году. Угу. Так, у нас 2000 гектаров зерновые, 500 кукурузы и 300 гектаров многолетней травы. Угу. В этом году планы такие. А вот ячмень, до корма как вы доводите, у себя или где-то как бы там? Все сами делаем. Все сами делаете? Да. Борьба с коронавирусом практически не влияет на ход сезонных посевных работ. И аграрии на полях работают в штатном режиме, но с соблюдением санитарных мер. На поддержку агропромышленного комплекса Чувашии в бюджете предусмотрено более 3 миллиардов рублей. С начала года аграриям уже перечислено на весенние полевые работы 352 миллиона 600 тысяч рублей. Хоть и посевные работы начались раньше обычных сроков, все же из-за неблагоприятных погодных условий темпы замедлились. Олег Николаев прокомментировал итоги своей поездки журналистам. Конечно, мы сегодня смотрели, прежде всего, ведущие хозяйства, можно сказать. Но при этом Сергей Геннадьевич изначально выбрал те районы, где все-таки имеются проблемы. И поэтому в целом, конечно, ощущение позитивные и чувства очень такие позитивные, потому что в целом работа вот та, которая организована, она вселяет очень такие чувства, что можно смело смотреть в будущее. Очень много планов по строительству важных объектов. Это фермы, это объекты переработки сельхозпродукции, а это значит новые рабочие места, добавочная стоимость, хорошая заработная плата. Ну и, конечно же, сегодня еще говорили о том, чтобы стимулировать молодежь, чтобы она выбирала не только место работы, но и место жительства в сельской территории. То есть вот это все в комплексе сегодня вот обсуждалось. Еще одна тема встреч в районах – сельская ипотека. Олег Николаев вручил сертификат сельской ипотеки работнице сельскохозяйственного производственного кооператива «Коминтерн». Она приехала в республику 6 лет назад и купила дом, взяв ипотеку под 3% годовых. Вы-то кредит получили же под 3%. Да. Вот. Мы вам этот кредит уменьшим до 0,5%. Еще 2,5% бюджет Чувашской Республики будет доплачивать за вас банку. И, соответственно, у вас нагрузка будет 0,5%. Кстати, Чувашия – один из регионов, где сельскую ипотеку можно получить под меньший процент. 17 апреля вступило в силу решение в РИО главы республики Олега Николаева о снижении процентной ставки с 3 до 1,1% годовых. Этой мерой поддержки могут воспользоваться граждане, проживающие и работающие в сельской местности, изъявившие желание переехать и начать работу в селе, имеющие 3 и более детей. Александр Соловьев, Бахтияр Вилеев, Республика. Адресную инвестиционную программу в Чувашии придется пересмотреть. Ряд объектов, внесенных в нее, не могут быть достроены в запланированные сроки из-за нехватки средств. На фоне пандемии сократились собственные доходы бюджета республики. Кроме того, борьба с коронавирусом требует больших финансовых затрат. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев поручил определить приоритетные объекты и сосредоточить усилия на тех, которые должны быть построены в первую очередь.
Всего в республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год 75 объектов. Их условно разделят на три группы. В первую включат проекты с федеральным финансированием и проекты инициативного бюджетирования. Во вторую – объекты с высокой степенью готовности сметной документации. И в третью – по которым нет экспертиз, не проведены торги и не заключены контракты. Есть объекты, которые необходимо держать на особом контроле, как, например, детские сады. Среди них садик в микрорайоне «Лента» на 110 мест стоимостью в 31 миллион рублей. Проектно-сметная документация не получила положительного заключения госэкспертизы и контракт не заключили. Выделенные средства не были освоены и вернулись в бюджет. Что касается ввода этого детского сада в эксплуатацию до конца этого года, это действительно проблема. Теоретически это возможно, но очень сложно. Нам бы хотелось этот детский сад оставить в программе, потому что жителями этого микрорайона он неоднократно задавался на протяжении последних 3-4 лет. Там больше 10, около 15 больших домов построено. Людям действительно нужен этот детский сад. При этом глава администрации отметил, что ввести в эксплуатацию объект будет сложно. Строительство ведется с многочисленными нарушениями. Например, на расстоянии менее 25 метров находится дорога. Размещение такого рода объектов у нынешнего руководства Минстроя Республики вызывает недоумение. Мы на самом деле сейчас чуть попозже себе спланировали работу, вообще, так скажем, проанализировать проекты планировки территории, которые утверждены, и насколько, так скажем, земельные участки выделены под социальные объекты, особенно школы и садики, вообще там привязываются. Почему? Потому что это вечная проблема. Проблема с возведением садиков есть также в Аликовском, Цивильском и Козловском районах республики. Им необходимо уделить особое внимание. Среди приоритетов также строительство объектов газификации, инженерной и коммунальной инфраструктуры, реконструкция спортивного комплекса, футбольные поля. Общая сумма финансирования республиканской адресной инвестиционной программы – 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Маргарита Мельникова, Валерия Друженец, Андрей Спиридонов, Республика. И вновь к главной теме этих дней. Оренбургская область приняла эстафету масштабного песенного марафона Приволжского федерального округа «Наш День Победы». Ровно 45 лет назад песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова впервые исполнил Леонид Сметанников. И с того момента она стала объединяющим гимном людей всего мира. Старт песенного марафона ПФО «Наш День Победы» состоялся в Республике Мордовия. За 2 недели песня прозвучала на родных языках народов Приволжья. Каждый из них понятен для многонационального оренбуржья. Думаю, что это хорошее дело мы сделаем. Через себя песни пропускаю, чтобы передать именно то, что нужно передать зрителям, ветеранам. Все эти эмоции. Запись выступлений творческих коллективов в регионах ПФО проходила в феврале-начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции и до распространения режима повышенной готовности в России в связи с коронавирусной инфекцией. Сейчас в условиях ограничительных мер такое исполнение одной из любимых песен на языках народов ПФО становится особенно пронзительным. 9 мая песню «День Победы» можно будет услышать сразу на всех языках Поволжья. День Победы! Как он был от нас далек, как в костре потушен таял уголек. День Победы песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова предлагают исполнить всем жителям Чувашии. Чтобы победную мелодию было слышно во всех уголках республики, достаточно 9 мая выйти на балкон или встать у окон сразу после минуты молчания в 19:00. На нее прервутся эфиры всех телеканалов страны. И затем по всей стране стартует акция «Поем всем двором». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С наступающим праздником и до встречи в эфире.